Ну, явно не хватает массивного забора. Это стройка выходного дня. Строим дом, здравствуйте. Ну, никогда они, наверное, так не блестели. Наверное, только тогда, когда покупались. Вот такую мы. Сын изготовил конструкцию. Краска черная. Она жалостно прочная покрашена. То есть, вот шампуры. Вот такой мангальчик. И также вот это вот поперечина снимается, она просто лежит, и можно барбекюшницу ставить, то есть все нормально, она не катается, потому что она держится друг, ну, периодического профиля, поэтому за профиль этот и держится. Вот такая красота получилась. Ветер сильно сегодня.